Временно исполняющий обязанности главы Тульской области Алексей Дюмин подал документы на участие в губернаторских выборах. Регионом Дюмин руководит с февраля, и в случае, если 18 сентября за него проголосуют большинство жителей региона, приставка ИО, название его должности исчезнет. На выборы Дюмин идет как самовыдвиженец, поэтому в течение месяца необходимо будет собрать не менее 25 тысяч подписей избирателей. Кроме того, претенденту на губернаторское кресло необходимо будет заручиться поддержкой местных депутатов.